Да, это было около 3 часов ночи. Лай собаки. Этот риск всегда присутствует, в любом случае. Риск был, что и экскаватор провалится, и еще что-то, какие-то могут быть непредвиденные обстоятельства. То есть мы ее когда вытащили, она сама самостоятельно передвигаться могла. Вдвоем на руках занесли машину. Ну, с нами она с 3 часов до 7 пробыла. Ну, выехали в поселок, а дверь-то открыли, она как бы выпрыгнула, поиграла, поприсала возле нас, хвостом покрутила и бежала, видимо, дома сказать.